изваяние окуневской культуры возрастом около 4000 лет. Видно здесь рот, три глаза традиционно. Она достаточно схематичная. Что аллея каменных изваяний не новинка для республики. Идею уже воплощали на улице Пушкина в Абакане. Однако на территории нового культурного объекта возможностей куда больше. Искусство возрастом 4-2500 лет, оно очень востребовано, оно интересно. И приезжающие гости Хакасии, это будет еще очередной бренд, я думаю, нашей республики. Плиты эти собирались у нас в музее уже с 40-х годов археологами нашего музея. Любой прохожий теперь может полюбоваться интересной подборкой окуневской, тагарской археологических культур и даже этнографического времени. Организаторы обещают постоянно пополнять уличную экспозицию. В скором времени здесь появится информационный стенд с подробным описанием экспонатов. Но уже сегодня мингиры привлекают внимание абаканцев. Наталья Николаевна – фотограф-любитель. Своими работами делится с друзьями со всей страны в соцсетях. По всей России интересуются. У меня знакомые есть, так сказать, в одноклассниках, будем говорить. И им интересно Абакан. И исторические запечатленные моменты, та же охота, те же какие-то, видно, их представления о мире. Ну, не знаю, мне интересно. Музейщики обещают, подробнее об изваяниях расскажет экскурсовод. Как только оформление площадки завершится, специалисты представят интересную информацию о каждом мингире и рисунках на плитах. Плиты установлены на определенном расстоянии друг от друга по четкой схеме. От пешеходной зоны их отделяет чуть более метра газона, чтобы любой желающий при желании смог рассмотреть нанесенные рисунки, но не смог потрогать. Каменные плиты охраняют видеокамеры. Они смонтированы по всему периметру здания музея и работают круглосуточно. Сегодня специалисты установят последние экспонаты. Первый этап аллеи практически завершен. Продолжить планируют на противоположной стороне при музейной территории, в небольших скверах со стороны улицы Пушкина. Наталья Данина, Станислав Колчинаев, РТС.